Девочка Лиза появилась на свет в июле 1775 года в Москве. В те дни императрица сказалась больной, якобы отравившись немытыми фруктами. По слухам, к тому времени Екатерина II и Григорий Потемкин тайно обвенчались. Доказательства этого можно найти, например, в многочисленных письмах современников, а также в письмах самой императрицы к своему фавориту. Екатерина называла Потемкина «милым другом и нежным мужем». Вероятнее всего, если свадьба и была, то она состоялась в январе 1775 года, незадолго до отъезда из Петербурга в Москву. На тот момент императрица уже могла быть беременна. Против этой теории говорит, например, тот факт, что ко дню рождения девочки Екатерине II было уже далеко за 40, возраст, в котором рождение детей дается вовсе не так просто. К тому же императрица не признала дочь. О судьбе девочки императрица заботилась лишь из уважения к Потемкину и его памяти.